Летающая тарелка. Что это? У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Стоять на месте! То вы будете в будущем. Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Это что, инопришеленцы? Летающая тарелка. Они атакуют землю. Смотрите. Пришель, бегаем, пацаны. Походу, это вторжение инопланетян на землю. У нас есть 3 бункера на случай чрезвычайных происшествий. На случай зомби-апокалипсиса. Бункер на случай нападения пришельцев. Давайте спасем эту планету. Да. Погнали. Блин, вы видели, как эти инопланетяне за нами погнали? Этот бункер для инопланетного вторжения. Там настоящая военная база. Это вход в бункер. Я такое в первый раз вижу. Офигеть. Здесь все из фольги. А нет, картонный. Это специальное такое покрытие, которое не дает им читать наши мысли. Мы в безопасности. Открывай. Ого. Здесь небезопасно находиться в обычной одежде. Выглядим мы теперь как команда. Здесь есть кнопка. Пройдите дезинфекцию. О, открылась дверь. Здесь душек. Нужно зайти туда, нажать на кнопку, и нас продезинфицируют. Кроется дверь. Как в настоящих военных лабораториях. О, пахнет антисептиком. Это офигенно. Пробуем открыть дверь теперь. Ого! Быстрее сюда! Это что, работники месяц? Яйца инопланетян, из которых они могут вылупиться. Ты это тоже видел? Какие-то жидкости инопланетные. Мы спасаем жителей нашей планеты. Пришельцы! Они просто приходят, смотрят и уходят. Не будьте пришельцами. Находите красную кнопочку подписаться и делайте ее серой. Инопланетяне стреляют по земле, в туннель. Вроде здесь в безопасности. Смотрите, какой генератор. Я вижу 3 комнаты. Тут только шипение, вот послушайте. О, тут какая-то антенна. Попробуй поймать сигнал. Блин, плохо слышно. Это телефоны, как у президентов. А здесь телефоны президентов. Россия, США, Украина. Звоним в США. 0. США захватили. Так, Россия. 0. Добрый вечер. О, Владимир Путин. Да, у нас тоже хорошо. Мы сами справимся. Все решим, да. Послушайте, Мы уничтожим вашу планету через 1 час. 1 час, чтобы спасти эту планету. Погнали. О, поддержите нас лайком. Это какая-то космическая жидкость. Она заразная, она тут повсюду. На меня попало. Надеюсь, я не превращусь в пришельца. Этого мы не видели. Вот такие напали на нас. Угроза уровень 1. Оружие, интеллект, они влияют на разум. Пульт управления. Ого, это же космос. Вот это инопланетные технологии. Это наша Земля. 10 лет у нас будут везде такие голограммы. А это что за телефон здесь? Телефон звонит. Серега, тебе нужно спасти планету от инопланетян. В этом бункере спрятана ракета, летающую тарелку. Понял, генерал. Стоит находить пацанов и рассказать им весь план. Да, я попал. Оружейка. Джедайские мечи. Классная штука. Картонный пикалет. Круто. Ничего интересного. Постреляем. Так. Увеличивать вещи в размере. На количество подписчиков не повлияет никакая магия. Найдите красную кнопочку подписаться и нажмите на нее. Браслет, кнопка карты. Какая-то ракета. Будем двигаться к ней. Эту штуку видел в фильмах, но она стирает память. Мы что, в картонной тюрьме? Это я что, стер себе память? Идиот. Карта? Тут есть какая-то ракета. Какая-то пушка. Бронежилет. Так. Может быть, пацаны попали в ловушку, и я должен их спасти. Я хочу, чтобы все подписчики забыли о том, как я упал в деревенский туалет, стирая. Получилось! Да. Аккуратненько перелазим. Так. Блин, задел! Работала сигнализация. Это меня очень испугало. Датчики какие-то. Блин, тут заканчивается кислород. Походу, только этот шлем может меня спасти. Там дверь. Какой-то рычаг.
все начало взлетать. Планеты какие-то, предметы. Теперь не только кислорода нету, но и гравитации. В этой комнате есть какая-то потайная дверь. О, кажется, нашел. Надо скорее уходить отсюда. Я уже тут по туннелю 5 минут полз. Серега! Обиков! Я нечаянно стер себе память, и я не понимаю, что я тут делаю. Это все инопланетные штуки. На нас нападают инопланетяне. Запустить ракету в главный корабль пришельцев. Карта ракеты, смотрите. Она там. Увеличительная пушка. Если бы у вас была вот такая вот пушка, что бы вы увеличили? Мусорку дом. А я бы увеличил комментарии под этим роликом. Бицуху. Напишите, что бы вы хотели увеличить количество роликов на канале А4. Попробую нажать. О, настоящее космическое питание. Борщ. А у меня рыбная котлета. Ему нужно двигаться дальше. Пацаны, тут чисто. Какие-то коробки. Что это за комната? Давай ты. Ну ладно. Ну что? Да, вроде ничего. Нужно закрыть дверь. Ну что, Владос? Да все хорошо. Кнопка какая-то. Владос. Влад, быстрее возвращай Кобяков, надо вернуть. Нет, нет, нет. Напугался. Ну давайте я проверю. Походу тут надо лечь. Серега. Костя. Не надо, ты его увеличишь 2 раза. Серега, это ты? Ладно. Залазь обратно. Серега? Я только что побывал в теле инопланетян. Так, где мои очки? Погнали в следующую комнату. Так, а что это? Блин, оно живое. Там было что-то живое. Здесь можно провести какие-то лабораторные тесты. О, давайте узнаем, что у Влада за организм. Сердце бьется, мозги есть. Вылезай. А что если ты обратно превратишься в инопланетянина? Я сейчас вернусь. Смотри, что нашел. Это Тесла-шар. Да я попробую. Ты какой-то мягкий стал. Пишет, что мозгов нету. Вот это показатели. Расскажи, что почувствовал. Это странные всегда ощущения. Видел, как за нами уже идут пришельцы? Идем дальше. Давай. Тут дверь. Это, походу, реактор. Может быть, все радиоактивное. Опа. Пацаны, это базука. Давайте ее зарядить. Здесь есть вот такие радиоактивные палы. Давай мне. Ой, укладывай. Беги, это инопланетяне. Кобяков, заряжай пушку. Идет. Стреляй. Мы заморозили пришельца. Давайте быстрее линять, пока он не разморозился. Вы посмотрите, какая огромная ракета. Но нужно, чтобы кто-то прицелился. Так, вижу. Уа! Открываю люк. О, ребята, нужно бежать. Пуск! Нужно срочно уходить. Телепорт. Давай. Это люк на улицу. Вылазь. Ракета. И... Ура! Взорвали НЛО! Мы снова спасли планету. Ставьте лайк. Мы старались. Серега Кобяков.